Никита Михалков прокомментировал ситуацию, которая произошла несколько часов назад. Телеграм-канал Военно-воздушных сил России сообщил о происшествии. Американский стратегический бомбардировщик неожиданно появился в нескольких километрах от российских границ. В распоряжении информационно-новостного агентства оказались сведения о том, что американские военные провели уникальную операцию рядом с российскими границами, направив к ним свой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Б-52, которому удалось подобраться на расстояние всего лишь нескольких километров к российским границам. Как только о приближении бомбардировщика Б-52 стало известно, военно-космические силы Российской Федерации сразу же подняли на его перехват дежурный истребитель Су-27, который встретил американский самолет, способный нести ядерное оружие рядом с российскими границами. Когда самолет военно-воздушных сил США удалился от границы воздушного пространства, экипажи истребителей вернулись на аэродромы базирования. Согласно данным, американский стратегический бомбардировщик выполнял полеты по нестандартному маршруту, проследовав через воздушное пространство Прибалтики. Полет совершался на небольшой высоте, что указывает на тот факт, что военно-воздушные силы США пытались провести операцию максимально скрытно от российских радаров. После того, как эта информация стала открытой, Никита Михалков поблагодарил военно-воздушные силы России за их неоценимый вклад, написав: «Благодаря бдительности этих людей мы можем спать спокойно».